Общественники Югры поддерживают спецоперацию России по помощи Донбассу, в частности, Ринат Губайдуллин из Нижневартовска. Сотрудник Центра социальной реабилитации «Феникс» свое мнение публикует в социальных сетях. Вартовчанин поддерживает российских военных, которые в данный момент обеспечивают безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, именно Украина неоднократно отказывалась от выполнения Минских соглашений. Конечно, страшно и больно представлять, что такое военные действия. Но я поддерживаю президента. Я верю, что это решение было самым лучшим и верным. Очень важно сейчас не забывать, что идет еще информационная война. Она не только на территории какой-то определенной страны. И есть определенные принципы, которые я придерживаюсь и хочу, чтобы на них обратили внимание. Конечно, очень важно, не забывайте размещать информацию о своей жизни, о тех ценностях, наши человеческие ценности, семья, здоровье, ну и так далее, то, что под знаком плюс.